Так, привет, YouTube, мои подписчики. Итак, видео небольшое, это результат вчерашней пристрелки. Снимать неудобно, потому что у нас дождь. В гараже снимаю, в сарае. Вот. Итак, это у меня попадание. На 20 метров я зацепился за мишень. Вот. И все, и начал я, отошел 20, потом вот здесь, вот, видите, 50 метров. 50 метров, я отошел на 50 метров, стрельнул, прилетело у меня тут, ну, это 50 метров, ни о чем не говорю. Это и все, я FMG-2, вот это. Вот, отошел на 100 метров и начал стрелять, и прилетели, вот они, 100 метров прилетело. Это с этим я пристреливал загонник. Все, сделал поправки. Все, прилетели, вот они. Вот сюда прилетела одна и вот сюда. Вот. Ну и начал тоже стрелять. Вот это вот у меня прилетело. Здесь как бы у меня 7,5. Здесь 7. Вот. Потом решил попробовать ночник. Ночник у меня пристрелен на 50 метров. А, вот, вот. Кионом стрельнул ночник. Вот К-ночник. Вот так вот прилетело. Ну, тоже, грубо говоря, 7 сантиметров. Вот, а это FMG ночник, вот 100 метров. Здесь получше, ну, чуть больше минуты, 4,5, грубо говоря. Вот, FMG, это просто FMG, я стрелял на 100 метров, вот тут 4 сантиметра. Был боковой ветер сильный, порывами, ну, справа налево издувало немножко, ну, в принципе, попадал. Вот кион ночник тоже 100, здесь, ну, здесь 11, это тоже 100 метров. Кион 15, 100 метров загонник, целился вот сюда, упало вот сюда, падение, все-таки 2 грамма разница, ну, прилетело в 5 сантиметров. Вот это все, ну, вот такая вот, такой, я считаю, как бы нормально, с боковым ветром, в принципе, что на 50 метров, что на 100, как бы особо падения нету, только единственное кион 15, потому что тяжелее он падает. Хотя вот кион 15 с ночника стрелял, одна прилетела сюда, вторая прилетела вот сюда, тоже как бы хрен его знает, видимо, зависит все-таки от этого, от, ну, может, там навеска какая разная. Так, а это я простреливал ночник, потому что я сделал поправки. 50 метров вот я стрельнул, 50 метров и 20 метров, вот она прилетела. Ну, что тут 20 метров, тут 2 сантиметра. А это 50 метров, тут 6,5. Ну, стрелял я с треноги, с колена. Все равно немножко гуляет. Вот. Так что такие вот дела. Мой результат, ну, мой итог такой, что тяжелая пуля летит лучше с моего ствола. Я, ну, я так понимаю, с ТГ-2, в принципе, с коротыша, с парадокса летит это все получше. Вот он, кион 15 грамм, FMG 12 грамм. Как бы, ну, в целом, как бы 12, если был бы кион 15, не полуоболочка, а оболочка, я бы им стрелял. Вот, как бы он такой, видите, здесь... Ну, здесь FMG, ну, в принципе, у них одинаковые, по сути. Так что вот такое небольшое видео, все. Лайки, подпись, и все нормально. Давай, до встречи.